Доброе утро, уважаемые зрители, ибо уже 3 часа утра. С вами, как всегда, Андрей Рыбин. И сегодня представляем вам программу о мероприятии, проведенном в день парада и Хрещатик. И в это время проводилась другая акция. Это ярмарка с участием переселенцев с Донбасса и Крыма вместе с жителями Киева. Переселенцы решили, что они желают внести свою лепту в сбор средств для таких же, как они, переселенцев, и также для армии, для добровольческого батальона «Айдар». Также вы можете услышать мнение обычных рядовых жителей Киева, и не только Киева, их мнение о переселенцах, так как в сети ходят довольно много негативных мнений о переселенцах, о том, как они живут, как они поступают. Хотел бы сказать, что все люди разные, и поэтому нельзя, конечно, судить о каких-то людях, основываясь на каких-то событиях. Как говорят мудрецы, хороших людей гораздо больше, но почему-то плохие более чаще встречаются. Спасибо вам большое за просмотр. Ваши комментарии, пожелания, предложения, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Также, если желаете подписаться на нашу программу, на наш канал, вы можете, нажав клавишу «Подписаться». Также сообщаю, что вышел первый выпуск программы развития человека, который называется «Чел век». «Чел плюс век», что означает «чело, которое живет век». Приятного просмотра. Я не знаю, что это такое.
Спасибо.
Спасибо.